У нас есть такие актуальные вопросы, которые нужно срочно, нужно созывать неочередную сессию, нужно садиться, нужно рассматривать. Вот вопрос социальной повестки дня, это нужно закрыться на сутки, на двое парламенту, не по каникулам гулять, после выборов отдыхать, да, а садиться и реализовывать социальную повестку дня. Но нет. Этих вопросов нет. Я сегодня изучала повестку дня на следующую неделю парламентскую, их опять там нет. Но зато прошлую всю неделю потратили на защиту прав сексуальных меньшинств. Но это парадокс, это нонсенс. Вот вы знаете, мне иногда кажется, вот я сижу, закрою глаза, мне кажется, это не с нами происходит. Что это не может быть в нашей стране. Мне кажется, это не только вам так кажется. Сильная, извините, за цивилизованная, да, умная стране, с мудрыми людьми, с колоссальными возможностями. Но так не должно быть, когда несколько каких-то радикально неадекватных товарищей, да, с многоприкладствами и какими-то шизоидными подходами диктуют повестку дня развития парламента, вместо того, чтобы сегодня вот объединиться и начинать действовать. И на это есть вся возможность. Поэтому вопрос переизбрания, я думаю, он уже абсолютно актуален, потому что в этой коалиции они не договорятся, мы с ними в коалицию идти не будем, и поэтому весной, в крайнейшем случае осенью, я надеюсь, что весной, пройдут парламентские выборы.